на 6 градусов. Во, потянулись боевые машины. Мы, кстати, пользуясь случаем, хотим поздравить Детройт Класс с днем рождения. 4 июля у них был день рождения, они празднуют его как патриоты в День независимости Америки. Непонятно, от кого независима Америка, но тем не менее мы их поздравляем, они нас поддерживают. Всегда приезжают на своих огромных, мощных автомобилях. Истинные любители полноразмерных, восьмицилиндровых машин. Запахло резиной уже так на старте душевно. Ну что, ребята, удачи! Сейчас ему расскажут. Ни в коем случае нельзя пересекать полосу. Каждый едет только по своей полосе. Вот до финиша и тормозит тоже только в рамках своей полосы. Готовы? Внимание на светофор! Ну що, як відчуття? Розказуй. Та ти що, ракета, блін, летить як это. Встань. Ну давай. Ракета, видів, як я Серегу зняв? Да, це було смішно. З таким отривом. А як ти так? Двигатель ревет, блін, а ефекта нет. Ефекта, блін, на 10500. На фініш виїхав. Поехали еще раз. Давай. Высунуть из окна будет нормально? И ровно. Не, да. Не, зараз, потому что мы переезжаем до финиша. А он тоже сядет? Антон, иди сюда. Подойди. Да, подойди сюда. Антон, ну что, он... мы сделаем сейчас тебя. Подойди. Закрыл. Внимание на светофор.